Здравствуйте, дорогие друзья! Из этого короткого видео вы узнаете, где в городе Царево Болгарском купить мидии. Мы очень любим мидии, но в кафе и ресторанах порция стоит 8-10 левов. А вот в магазинчике в цыганском квартале, о котором нам рассказали, куда мы сейчас едем, 1 килограмм мидии стоит 3 лева. Поэтому смотрите и узнавайте. Здесь жилые дома, да? Цыганский поселок. А? Цыганский? Да. Это тут магазин? Да. Пахнет уже рыбой, прям слышно. Купили, это мидии называются по-русски, а у них называются чарушки. Чарушки. Мидии его. Ну, видишь, как хорошо. Хоть раз с тобой мидии сами покушаем тут, да? Да. На обед. Так, здесь какая-то другая дорога, да? Сейчас увидим. Это с утра мне, может быть, знаешь, там захотелось мидии. Встала с утра, пробежечку сделала до сюда. К 8 часам пробежала, да? Купила. Mm-hmm.